ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам, а затем. Поистине то, что заслуживает большего усердия усердствующих, в чем необходимо опережать друг друга, что гарантирует рабу счастье, что указывает ему правильный путь, это полезное знание и благие дела. И не найдет раб счастья в ином, кроме как в этом. Аллах Свят Он и Возвышен сказал, «К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние». Также Высочайший Аллах сказал, «Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, довольно того, что Аллах является свидетелем». И нужда людей в знаниях намного превосходит их нужду в еде и питье. И это потому, что в еде и питье люди нуждаются в течение дня один или два раза, а в знаниях они нуждаются с каждым вдохом и выдохом. И это становится ясным, когда Аллах приводит в своей книге свидетельства ученых вместе со свидетельством ангелов, а свидетельство ангелов со свидетельством самого Господа миров. Аллах сказал, Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. И это не относится к любому знанию, как, например, знание медицины, даже если есть необходимость, чтобы медицину изучали некоторые люди. Это свидетельство в этом аяте об обладающих знаниями не относится к знаниям инженерии или подобным знаниям. Здесь речь идет о знаниях, которые были переняты от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах сказал, «Поистине боятся Аллаха среди Его рабов, только обладающие знанием». То есть настоящие ученые, исламские ученые, которые останавливают людей там, где это требует истина, которые страшатся Аллаха, боятся Аллаха должным образом. Аллах сказал, «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Поэтому имам Суфьян ас-Саури, рахимахуллах, говорил, «Я не знаю из деяний более превосходного, чем приобретение знаний. Я не знаю из деяний более превосходного, чем приобретение знаний». А также имам аш-Шафии и имам Ахмад и целая группа ученых сошлись на том, что приобретение знаний более превосходно, чем совершение молитв и соблюдение постов. И положение знания таково, потому что польза от молитвы не передается никому, в то время как польза знаний распространяется. Поэтому знание имеет первостепенный статус. И все это потому, что наша община нуждается в ученых. Потому что если не будет ученых, то распространится многобожие, нововведения будут совершаться открыто, различные пороки выйдут за дозволенные рамки так, что это даже себе трудно представить. Ведь известно, что причиной распространения язычества и многобожия в народе Нуха было именно это – то, что было утрачено знание. Приводится у Бухари от Джурейджа, от Атто, от Ибн Аббаса, комментарии к словам Аллаха, и сказали, «Не отрекайтесь от ваших богов Вадда, Суу и Яуса». То, что сатана внушил народу Нуху, чтобы они сделали истуканов по образу усопших праведников и установили их в местах, где те обычно сидели. После чего нарекли истуканов их именами. И они так и поступили. Но они не поклонялись им. Не поклонялись до тех пор, пока знание не ушло в забвение, и лишь тогда они стали поклоняться им помимо Аллаха. А что касается Ато, который упоминается среди передатчиков этого хадиса, ученые сказали, что его полное имя Ато Аль-Хурасани. Это приводится в другой версии этого хадиса у Абдуразака. И в таком случае цепочка передатчиков этого хадиса обрывается, потому что Ато Аль-Хурасани не мог слышать этот хадис от Абдуллы ибн Аббаса. Также сказали ученые об Ато, который упоминается в цепочке этого хадиса, что его полное имя Ато ибн Абирабаха. И Ибн Джурейдж застал его и был близок с ним более 10 лет. Он брал у него знания. В этом случае Атто ибн Аби Рабах мог слышать этот хадис от Ибн Аббаса.
И когда упоминается в цепочке «Ато», это значит, что под ним подразумевается «Ато ибн Аби Рабаха», потому что ибн Джурейдж может передать только от него. И, возможно, имам Аль-Бухари передал данный хадис именно от него. Также допускается вероятность того, что ибн Джурейдж приводил этот хадис от двух передатчиков, от «Ато Аль-Хурасани» и «Ато ибн Аби Рабаха». И в продолжении этого предания о народе Нуха говорится: «Когда покинуло их знание, тогда подкралась к ним нога Божия, и выявилось у них нововведение». Это предание также приводится в двух достоверных сборниках. От Абдул-Вариса ибн Саида, от Ад-Дубай, от Анаса ибн Малика радиаллаху анху, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Одним из признаков конца света является вознесение знаний». И вознесение знаний, о котором говорится в этом хадисе, не понимается в буквальном смысле. Будь то знания вознесутся после того, как Аллах одарил этим почтенным даром своего раба, оказав ему милость и почет. Под вознесением знаний подразумевается смерть ученых. Как это приводится в двух достоверных сборниках по цепочке передачи от Ибн Урвы, от его отца, от Абдуллы ибн Амра ибн Аль-Аса, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах не заберет знания, вынимая его из грудей людей, но заберет знания, забрав его носителей к себе». То есть Аллах заберет знания, забрав к себе ученых, правдивых, набожных, испытывающих страх перед своим Господом. Ученых, которые отстаивают истину и не боятся порицаний порицающих. И это будет происходить до тех пор, пока не останется ни одного из них, пока не останется ученых, которые будут провозглашать истину. Ученые есть сегодня, но каковы эти ученые? Это ученые, которых можно разделить на три категории. Сегодняшних ученых можно разделить на три категории. Первая категория ученых – это ученые, провозглашающие истину, которые говорят правду. Правду, которую знают и в которой убеждены. Он не кричит о ней публично и не скрывает ее, кроме как из осмотрительности и ради интересов ислама. Он делает это с учетом сложившихся обстоятельств, с учетом своих возможностей, но без согласования с какими-либо официальными структурами. И возможно, что он будет умалчивать о чем-либо из-за наличия пользы в этом. И такой ученый достоин назваться ученым всей умы. Это и есть подлинный ученый. Это тот, на кого устремляются взгляды людей. И совсем недавно мы потеряли подобного ученого, который достоин назваться ученым всей умы. Он был ученым, который провозглашал истину, без страха. Это шейх Махмуд Аль-Укля, да помилует его Всевышний Аллах. И он по своему достоинству входит в первую категорию из тех трех категорий ученых, о которых мы говорим. Вторая категория ученых – это правительственные ученые. Они говорят то, что им диктует власть. Он не говорит людям о той истине, в которой убежден и к которой он пришел. Не говорит, испытывая страх перед Аллахом, будучи смиренным и набожным. И подобного, когда он умирает, никто не сожалеет по причине его смерти. Никто не обернется в его сторону, и даже большинство будут рады его смерти. Из-за того, что умма избавится от его заблуждений, избавится от его обмана и фальши. Третья категория ученых – ученые публики. Он издает постановления согласно мнению большинства людей. Он старается соответствовать их желаниям и страстям. И в реальности это выглядит как телепередача «Чего желают зрители?». Это заблудший ученый, который сошел с истинного пути. И последние две категории одинаковы в своем заблуждении. Нет в них блага. Правдивые ученые говорили: «Остерегайтесь от зла ученого, торгующего своей религией, и зла поклоняющегося невежды. Поистине их вред коснется каждого, кто последует их заблуждению». Также Суфьян ас-Саури и другие говорили: «В тех ученых этой уммы, которые поддались соблазну, ты найдешь схожесть с учеными иудеев. А те из этой уммы, кто без устали поклоняется, не имея знаний, в них есть схожесть с христианами». И это и есть значение слов посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в которых говорится: «До тех пор, пока не останется ни одного ученого, после чего люди для себя изберут предводителями невежественных ученых». То есть они будут спрашивать их, не имеющих знаний, и впадут в заблуждение.
а те еще в большем заблуждении. Они заблудились сами и заблудили других. И горе таким ученым. Если бы только они ограничились собой, то угрозы для них было бы меньше. Их заблуждение и отдаление от прямого пути переходит все разумные границы. Они одурачивают людей посредством различных средств массовой информации. Иногда эти невежды претендуют на наличие у них доводов из религии. Пытаются разбирать вопросы пользы и вреда для общества. Но в действительности доводы из религии не дают им такого права. Они не желают обсуждать тех доводов на свои постановления, в которых говорится «Сказал Аллах, сказал его посланник, саллаллаху алейхи вассалям». Они отбрасывают это в сторону и вновь погружаются в обсуждение вопросов пользы и вреда для общества. Потому что у них нет даже части доводов, которые они могли бы противопоставить. Рафи ибн Хадидж говорил, «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал нам дела, в которых мы видели пользу. Но в подчинении Аллаху и его посланнику для нас было намного больше пользы». Рафи сказал это в предании, которое приводится в сборнике Муслима. «Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал нам дела, в которых мы видели пользу, но в подчинении Аллаху и его посланнику для нас было намного больше пользы». И, к примеру, возможно, я не соглашусь с одним или со вторым в вопросе пользы и вреда чего-то для общества. В таком случае для нас исходным критерием для каждого из нас, пока мы приписываем себя к исламу, и свидетельствуем, что нет никого достойного в поклонении, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник, каждый из нас должен опираться на крепкие и надежные шариатские доводы. Ведь мы можем при определении пользы и вреда не согласиться друг с другом, и в таком случае исходной основой для нас должны быть веские доводы. Мы не должны отворачиваться от доводов в своей жизни, когда размышляем или что-то обсуждаем. И возвращаясь к хадису, который мы рассматривали, в котором говорится, одним из признаков конца света является вознесение знаний, и это значит, что невежество укоренится. Потому что если знания покинут людей, то невежество найдет надежную опору в них. Оплакивайте знание, когда оно исчезнет, и в нас останется лишь слово от него, лишь слово, надпись и сохшие чернила, которое вскоре также будет стерто. Пришла пора глазам слезиться, а сердцу расколоться от печали. Утрачено, потеряно оно. А ведь исламу нет жизни без него. Все остальное обольщение. Без знаний нет спасения. Без знаний ты в мраке заблуждения. В невежестве, без надежды на озарение. Настало время вознесения. Так пусть оплакивает тот, кто возлюбил его. И книги не удержат от знаний удаления. Что дадут книги без разъяснения? И вознесение не будет без погребения. Без погребения носителей его. Их вознесение, вознесение его. И если невежество укоренится, то произойдет то, что вызывает печаль в сердцах верующих. Будет распиваться спиртное и распространится прелюбодеяние. И это, в свою очередь, приведет к более худшему, приведет к пробуждению того, что портит честь и нравственность, что портит разум, и тогда люди останутся без религии, без идеалов и без вероубеждения. И как сказал Саид ибн Джубейр, рахимахуллах, когда его спросили, что погубило людей? Он ответил, гибель их ученых. Потому что ученые вершат справедливость, говорят истину и возвышают ее. Они ведут общину к величию и достоинству, ведут к возвышенным целям. Что не скажешь о заблудших и отвернувшихся от прямого пути. Они ведут эту общину к унижению, ведут в объятия нечестивцам и лицемерам, в объятия нововведенцам и развратникам. И поэтому смерть ученого подобна пробоине в религии, которую ничто не сможет прикрыть, сколько бы ни сменялись дни и ночи. Их смертью умирают другие. И когда один из праведных предшественников подошел к могиле ученого, он сказал, «Те, кто над этой могилой, больше мертвы, чем тот, кто внутри нее». И это по причине потери религии, потери ценностей и идеологии. И поэтому Иблис и его помощники радуются, когда этот мир покидает ученые. И они высмеивают его, да погубит их Аллах. Подобно тому,
как когда умер один из уважаемых шейхов, одна из газет сообщила об этом с долей издевки, без стыда и совести. Написала то, на что не было в действительности подтверждения. И в том, что они написали в отношении него, порицая и обманывая, не было даже малейшей достоверности. Они написали о каких-то фатвах, которые от него вовсе не исходили. И сегодня некоторые, отошедшие от правильного пути, приукрашивают людям ложь. И когда умирал тот, кто противоречил им, они выставляют его недостатки и ошибки. И радуются этому. Аллах сказал, грешники смеялись над теми, которые уверовали. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу. Возвращаясь к своим семьям, они возвращались, шутя. А завидя их, они говорили, воистину эти впали в заблуждение. Однако они не были посланы к ним хранителями. В тот день верующие будут смеяться над неверующими и созерцать на ложах. Разве неверующие не получат воздаяние за то, что они совершали? И лицемерие не нуждается в поднятии своих флагов. Не нуждается в своем выявлении для того, чтобы увидеть их вражду к исламу. Как те, которые насмехались над верующими, говоря, что нам до тех, которые отрастили больше всех свои животы и более лживые из всех нас и самые трусливые при встрече. Они участвовали в походе на Табук, они сражались вместе с посланником Аллаха и его сподвижниками. И по пути, когда они были еще в пути, ведь они были до этого сподвижниками, и тогда они сказали эти слова, «Мы не видели более прожорливых и более лживых из всех нас и более трусливых при встрече». И тогда Аллах ниспослал аят относительно них. «Скажи, неужели вы насмехались над Аллахом, его аятами и его посланником? Не извиняйтесь». Вы стали неверующими после того, как уверовали. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Человек говорит слово, не придавая ему значения, за которое он будет падать в пропасть ада 70 лет. Это достоверный хадис, и относительно него нет разногласия». Ученый, когда он умирает, его смертью умирают и другие люди. Но это не значит, что нужно сложить руки. И не нужно думать, что знание погибло, и религия потеряна. Это религия Аллаха. И Аллах намного ревнив к своей религии, чем мы. И если бы Он пожелал помочь этой религии без усердия и труда Его рабов, то Он сделал бы это за мгновение ока, или даже менее этого. Но Аллах велик Он и возвышен, испытывает своих рабов на стойкость. И это есть закономерность религии и Вселенной. Подумай над жизнеописанием посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Ведь помощь не пришла после безделия или посиделок, но пришла после максимальных стараний и усердий, после терпения, после пролитой крови павших на этом пути, после самопожертвования обладающих знаниями, после их изгнания из земель, после того, как истрепались души, после того, как лишились имущества. Некоторые из них дважды переселялись в Эфиопию. А посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправлялся из Мекки в Таиф. И его жители забросали его камнями, и он упал без сознания. И не пришел в себя, кроме как в местности Карну Аст-Алиб. И ему воспрепятствовали, когда он хотел обратно войти в Мекку. И он смог войти только под поручительством Мутайма ибн Ади. И после этого всего его же народ дал вкусить ему горечь испытаний. И в этот момент у него было совсем мало сторонников. И после этого Аллах разрешил своему посланнику и его сподвижникам переселиться. Лишь после чего люди начали понемногу принимать религию.